В минувшие выходные в Щелковском театре состоялась очередная интересная премьера, на этот раз детского спектакля под названием «Сокровища Бразилии». Этот увлекательный рассказ перенесет зрителей в жаркую солнечную страну и поведает увлекательную историю, полную приключений и неожиданных сюжетных поворотов. Спектакль расскажет юным зрителям таинственную детективную историю. Дело в том, что с грядки старого доброго садовника были украдены волшебные луковицы, отвар из которых может вылечить любую болезнь. Главным героям предстоит раскрыть это дело и разобраться в запутанной истории. Этой ночью кто-то сюда приходил. Да, он был закут в плащ, с головы до лапы. Значит, вы видели вора? Да. Да. А почему вы не закричали? Я очень испугалась и даже мурила глаза. А мне стало холодно, и я зарылся в солому. Коварным преступлением потрясены все. Внуки садовника, домашние животные, кошка Флора и ослик Симон, а также старый верный пес Гаспар, который не уследил за луковицами и теперь его мучает совесть. Как обычно и бывает в любом хорошем классическом детективе, под подозрение попадают абсолютно все герои. Спектакль, поставленный по пьесе драматурга Мария Клара Машаду, поможет донести до каждого ребенка простую мысль о том, что в жизни главное вовсе не богатство, за которым так гонится тот, кто украл волшебные растения. Дети, посмотрев этот спектакль, конечно, понимают, что не все в богатстве, не все счастье, а в доброй собаке, которая становится тебе другом на всю твою жизнь, даже когда ее уже не будет, ты будешь помнить эту собаку. Это любовь в семье. Это, в конце концов, попытаться помочь тем, кто в этом нуждается. Вот об этом сказка. Ребятам, пришедшим на спектакль, понравился детектив. Ведь в таком возрасте особенно интересно разгадывать таинственные преступления. Они загадочные, и непонятно, какой ответ, это или другое. То есть нужно подумать. Да, сначала подумать, а потом сделать. Спектакль «Сокровища Бразилии» рассчитан на ребят разного возраста, а также доставит удовольствие их родителям. Ведь познавательный и детективный сюжет способен увлечь кого угодно. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.